Всем доброго времени суток, уважаемые зрители. И с вами опять я. В преддвериях Нового года мне вот захотелось все-таки продолжить серию, как бы сказать, моих видео, да, перед самым Новым годом. И что меня на это сподвигло? Один там человек написал мне комментарий. Ну, типа, что там? Типа приманки там с подписью Петерцова, с автографом Андрея Петерцова разыграли, спиннинг разыграли два, ну типа не канает, надо типа три, бог же любит типа троицу. Намек я сразу же этот понял и решил еще чуточку продлить, как бы сказать, свои полномочия Деда Мороза и снять подобное видео. Но теперь как бы такое вот, видите, попроще, не очень такое красивое, больше буду разговаривать, чем что-то по сути показывать. Ну, а видео, что я хочу знать, видео будет вот такое вот, топ приманок от Ютума уходящего 2018 года. И в этом видео я сейчас вот хочу поделиться, какими воблерами я в этом сезоне рыбачил, как примерно там рыбачил, что бы за них их я хотел сказать или скажу, да, и какие мне больше всего понравились. То есть, ну, как бы действительно, по факту, топ приманок, которыми я ловил в этом году. Последние годы я ловлю приманками Ютума. И вы знаете, и не хочется как бы что-то менять, потому что с каждым годом экономика становится все злей и злей, да. А, как бы сказать, все становится, ну, вообще не по карману, да, не только мне и всем. Мы все в одинаковых условиях. И от этого хочется ловить как бы хорошей, качественной вещью, именно воблером, да. А воблеры качественные сейчас стоят немаленьких денег. А от этого я остановился на этих воблерах, на, от фирмы Ютума, да, и ими ловлю. И вот они меня за свою цену и за свое качество, за все остальное, ну, более чем устраивают. Все видео на рыбалке вы видите уже, который год я ими рыбачу, работают изумительно. Не хуже, чем любой самый крутой дорогой воблер. Вот я вам отвечаю, ребята. Ну, реально отвечаю за свои слова. И мне, как бы сказать, не впадлу подписаться за эти воблеры и поделиться с вами этими нюансами, чтобы все, как бы сказать, не тратили деньги на какие-то там дорогие космические воблеры, а ловили более дешевыми, хорошими, качественными воблерами, которые иногда, чаще всего, бывают еще и более уловистые, чем какие-то там супер-пуперские там японские воблеры. Ну и, конечно, уважаемые зрители, в этом видео мы разыграем для вас вот такие вот приманочки от фирмы Ютума. Видите, да? И, конечно, еще раз я пользуюсь случаем, чтобы вас всех, уважаемые зрители, поздравить, пожелать вам в следующем году всего-всего самого наилучшего, чтобы было у вас благополучие, спокойствие, семейное счастье. Ну, уже даже не знаю, что придумать, только все самое человеческое, хорошего. Всем добра, уважаемые зрители. А все, кто подписан на канал и оставит свои комментарии, я разыграю вот такие вот воблеры. Видите, воблеры всех таких, как бы сказать, окрасок интересных, как бы сказать, можно, если так назвать, щучек, да. Соответственно, я понимаю, что все-таки большинство подписчиков мои — это люди, живущие на западе России, да, и, или где-то там, да, ну, примерно там. И там, конечно, все в основном ловят щуку. От этого я сделал приоритет, выбрал вот такие вот воблеры, которые хорошо ловят щуку, которые твичингуются, да, которые там используются для троллинга, для щуки. Ну, как бы, которые, скажем так, наверное, больше пригодятся кому-то. Или примерно, скажем так, увеличивают шанс своей пригодности тому, кто их выиграет. Вот с таким прицелом я вот, ну, делал это все, да, как бы. Вот. Я могу поменять компоновку этих, к примеру, там, некоторых воблеров. Но вот как кому чего достанется, ничего не могу сказать. Но вот. Я уже тут приготовил уже вот всякие разные там конвертики на все эти посылочки, потому что
придется отправлять вот еще к ним. Уже разыграли приманки ганжик с автографами Андрея Петерцова. Вот. Хлопот у меня будет много по всем этим отправкам, заполнениям, движениям, да. Вот, по России, чтобы было чувство настоящего у всех праздника, по России я все эти приманочки отправлю за свой счет абсолютно бесплатно. Все, не дай бог, кто выиграет эти приманки и находится в СНГ или за границей, то, к сожалению, я не смогу оплатить эту отправку. Если вы пожелаете, я отправлю за вас счет, потому что все-таки для меня, для пенсионера, все-таки, ну, это уже... уже, как бы сказать, накладненько, да, понимаете, потому что отправлять ЕМСом такую приманку, это, ну, там, рублей, может быть, там, 800, там, 900, к примеру, там, да, ну, я точно не могу сказать, да, пока, вот, так что, все-таки, вот, сделаем, наверное, так, в принципе, если, да, и отправка, как бы, этой приманки за границу, как бы сказать, и она будет дешевле стоить раза в два, в три, чем это именно отправка. Человек может от нее отказаться, и можем ее повторно еще раз впустить в розыгрыш. Ну, то есть, что-то мы придумаем, уважаемые зрители. Я из этих приманок ничего себе не заберу. В любом случае, она кому-то что-то достанется и достигнет своей намеченной цели. Вот. Ну, а теперь давайте поговорим про воблеры Ютума. Ну, еще раз вспомним, как это было. Вот я уже, видите, не один раз вы видели видео мою коробку с карандашами, а в ней, конечно, кот с большими усами. Когда рисовать начнете, во всем убедитесь сами. Когда рыбачить начнете, да? Кот же тоже рыбак. У меня дома, когда я жил, у меня в селе был кот. И был овраг, дом стоял над оврагом, а во овраге текла маленькая речка. У меня туда кошак ходил просто рыбачить. Реально, он просто ходил в этот ручей и ловил рыбу. Вот. Ну, что хочется сказать в этом году. В этом году, конечно, все-таки тоже есть какой-то такой прогресс. Вот. Сейчас я коробочку уберу, чтобы она все это тут, ну, не мельтешила, не рябила под вашими глазами. И начну просто на стол отдельно выкладывать воблеры. Что бы хотелось отметить в этом году такого вот прямо яркого, такого вот прям примечательного, чтобы прям вау, чтобы, там, чтобы пукан там горел, рвался вот прям так вот. Это, конечно, вот такая вот приманочка. Вот они у меня тут отдельно лежат. Я их сейчас выложу, уважаемые зрители. Это Ютума Роуди. Я по ней, когда она только вышла зимой, еще снимал предварительное видео, там опускал ее там в воду, да, там вот эти приманочки там смотрели, там, да, как это все будет. Никто, ух ты, надо было это все заранее приготовить, сейчас видео затяну вам. Пока все вот это вот я распутываю. Цветовая гамма для меня вполне нормальная, устраивает. Может быть, есть какие-то там гурманы, которые, ну, говорят, что вот нам как бы цветовая гамма Ютума слишком маленькая, хочется больше цветов там, да. Но мне вполне как бы более-менее все устраивает. Вот. Да, это я затупил, реально затупил конкретно. Занесло меня куда-то, занесло меня. Мавитон, мужики, мавитон. Короче, вот. Вот они, короче, все. Давайте оставим. Они бывают всяких разных цветов, разных этих. И не буду рассказывать про все, потому что мне как бы нужно рассказать смысл и цель моего рассказа именно топ-приманок. А уже не буду заостряться в их там размерах, весах и во всем. Да? Оставим вот сейчас вот на столе только один экземпляр. Ну уж меня извините, что я тут затупил. Надо было заранее приготовить. Вот. Прям вот такой вот яркий представитель данных приманок. Я этой приманочкой, естественно, это новинка прошлого года. Я ей, как бы сказать, она появилась в конце прошлого года. И я ей только вот смог порыбачить в этом сезоне. Я просто, конечно, обалдел. Приманка тонущая. И, скажем так, много у всяких брендов есть приманок, которые, ну,
просто тонущие, видим, да. И я скажу так, впечатления просто такие вау, прям такие яркие. Как она работает на падении с подергиванием, как я понял. И как ее подхватывает рыба. Вот только кидаешь, только она падает, ее подергиваешь. И прям такие ярые поклевки, прям дух, отдай палку, блин. Я просто в шоке. Это видно говорит о том, что вот что-то рыбе напоминает. Вот вообще вот у рыбы, вернее, не вызывает никакого подозрения, что это что-то неестественное. То есть она хватает ее так яро, четко, что напоминает вот то, что вот чем она, видно, кормится или что она атакует. Я не могу сказать за рыб западного региона, да, но вот именно наши линкита и мишата, вот это как раз ты кидаешь там под залом, под берег, там под куст, да, он падает, валится, играет, и ты его как бы подергаешь, это именно вот то, вот он сидит в засаде там под заломом и ждет там, что там сверху упадет, там, может, птичка, там, может, еще чего, потому что ленок и мышь там, и мышей глотает. Она падает так, естественно, и дергается, и он, конечно, тут же, не задумываясь, ее ужаливает прям моментально, вот. Также сразу же дам инструкцию по этому поводу. Не забывайте, уважаемые зрители, потому что вот люди, которые тут иногда покупают эти воблеры, начинают мне говорить: блин, ну у меня там и тума там купил, и тума говно, воблер заваливаться при проводке не на бок. Мужики, не проблема. Берете какой-то инструмент, который может зажать, да? Вот. Берете вот это вот ушко, да? И отгибаете в противоположную сторону. Ну, вот бока заваливаем. Если он заваливается, допустим, вот на этот вот бок, то мы поворачиваем сюда, да, в противоположную сторону. Я уже про это рассказывал, показывал. Каким образом можно исправить игру, и это никакое не имеет отношения к браку или еще к чему-то воблера. Заваливаются любые воблеры, самые дорогие. Сколько я намучился и с мегабасами, и сколько я намучился с жакалами, блин, со смитами, блин. У всех вот воблеров это присуще, потому что, как вот фирма это выставила, это ушко, оно имеет свойство гнуться. Но вот здесь оно вот не совсем как бы так обычно может согнуться, ну, как бы неудобненько. Но, тем не менее, у некоторых воблеров это явно выражено. Его еще можно и вверх, и вниз поднимать, и менять его еще игру, да. То есть, никогда не забывайте, что любой воблер всегда можно подкорректировать его и игру, и его курсовую устойчивость. Вот. То есть я бы поставил вот этот воблер и Тума Ровди на первое место моего хит-парада, если можно так выразиться. На втором месте воблер, конечно, не новинка, да, но почему-то для меня, как для... Я не тормоз, я медленный газ, да, и до меня дошло это с запозданием, уважаемые зрители. Я, конечно, попробовал такой воблер Бобби, вот, обратил на него. Сами же знаете, я вот... Ну, никогда не могу говорить, что вот то, пока я не попробую. И видите, у меня эти видео тянутся на года, из года в год я использую, тестирую один спиннинг, одни приманки. То есть, я там не скорострел, понимаете, как некоторые смотрите там. У них там чуть ли неделю, каждую неделю новые спиннинги, новые приманки. Про них снимаются видео, говорятся, а потом все, приманки исчезают, спиннинги исчезают. И неизвестно вообще... Человек ловил ими, не ловил, что там вообще происходит. Фиг его знает вообще. То есть у меня все это наглядно из года в год. Всю динамику вы можете, эту тенденцию проследить, как я ими рыбачу. Вот попробовал в этом году Бобби. Очень обалденный воблер. Внутри вот такие вот шарики. Очень мощные, тяжелые. Да, вот именно тяжелые. И его заглубление в районе... полуметра. Вес его 6,7 грамма, 0,5 метра. Видите, подсказочками пользуюсь. Вот так вот для себя я делаю такое. Уж меня тут, извините, если что, не так. Вот. И чем это хорошо? Когда мелкая глубина или мелкие перекаты, да, и вам нужно далеко запулить там, вот этим вот вполне тяжелым весом, под 7 грамм, 6,7 грамма, да, с таким вот шариком мощным. Его можно впулить, там в космос, как бы сказать, достаточно далеко. И вот он идет вот по этой мелкой
глубине, да, как бы сказать, там 0,5 метров, там поменьше от проводки. И вот, вот самая такая тема. Я думаю, может быть, там головлятником подойдет на крупного там головля, да, там жерешатником нужен дальний заброс, да, как бы сказать, там и небольшие глубины, да. Я думаю, вот эта тема тоже вот для западных рыболовов пригодится. Я его открыл для себя только вот в этом году. Тоже такой нужный воблер для нужных мест и с нужными своими характеристиками, уважаемые зрители. Я вот бы его поставил на второе место в моем хит-параде, если можно выразиться так. Тоже интересные воблеры. Вот вы знаете, линейка Итума вроде и небольшая. И, блин, как говорится выражение, пи и сиську в одну руку не схватишь, да, и в жизни так и получается у мужика там. Глаза заведущие, руки загребущие, а по факту попробовать, оценить, использовать все не получается. В итоге ты попадаешь на рыбалку. Рыбалка, вы знаете, это, блин, такое состояние, как будто ты как наркоман дозу принял, и все, это вот, все, ты там повис, короче. Это так, заметьте, вот сколько людей со мной рыбачит, я вижу, все, на одну приманку поймал, все, на эту приманку теперь будет долбить лет 5, пока он там вообще, ну, не соскочит с этого. То есть, все, для него вера в эту приманку самое главное. То есть, мало людей таких, которые уже в свободном полете, которые уже что-то понимают в рыбалке, не боятся экспериментировать, потому что знают, уверены в своих силах и возможностях, что они всегда поймают эту рыбу. И только люди уже такого уровня начинают там за рыбалку, может быть, пробовать там 10-15 воблеров менять, там, ну, там еще, ну, 5 воблеров. То есть, ну, как бы постоянно менять их под каждое условие, что-то думать. Ну, это уже уровень, что тут говорить. Это кто так рыбачит. На третье место, как бы, в хит-параде хотелось бы воткнуть традиционно воблер, который, как бы сказать, для меня тоже оказался достаточно новый. Я его никогда не использовал. Это Deep Runner. Это тоже вот такой вот. И с ним, наверное, тоже это место третье можно разделить еще с байтом 110. Вот эти вот воблеры. Про них я уже снимал, рассказывал. От этого как бы рассказ вот, ну, за них я, ну, уважаемые зрители, вот так вот пропущу. Это вот все 4 воблера, с которыми я столкнулся первый раз именно в этом 2018 году. И начал с ними двигаться, да, как бы, и начал их раскрывать, опознавать, как бы сказать, расширять свои, как бы, свой кругозор. Я скажу, очень даже удачно. Вот. Ну, вот еще один воблер, как бы сказать, относительно незнакомый. Ну, как сказать, он знакомый, да, но я его немного раз пробовал, да, вернее, как бы сказать, но больше, как бы сказать, возможностей я опять вот это вот все, вот видите, все, это крах, мужики, я попал. Вы не поверите, эта коробка упала, короче, и мне на ногу из нее вывалились, короче, все эти приманки, короче, и тройниками мне вошли в ногу, короче. Ну, короче, это полный, короче, крах, короче, этого видео. Ну, я вырезать ничего не буду. Я буду стойко тягать, так как настоящий Дед Мороз, переносить тяготы и лишения. Хотел сказать военной службы, но это у меня уже в прошлом, я уже на пенсии. Вот. Так, а воблерок сейчас этот обязательно достану. Вот, гризы. Коробка волочится со всеми, короче, этими. Ну, ладно, мы все продолжаем. И, соответственно, вот такие вот воблеры. Называется он гриз. Я на него тоже ловил, ну, сам немного, но видел, как со мной человек рыбачил на эти воблеры. На одной речке нам довелось порыбачить, мой хороший знакомый. И он этим воблером рыбачил целый сезон, и может даже не один сезон. И вот он говорит, что вот этот вот воблер и на Амуре рыбачил. Вот, говорит, прям, говорит, огонь, прям бомба такая. Вот, вот прям у него отзывы прям такие, прям вообще там, ва, там аж вообще. Вот. От этого давайте тоже его, я так как сам лично им рыбачил немного, поставим его на 4 место, уважаемые зрители. Ну, а традиционно, так, вот теперь что тут выхватить-то? Это у нас получается уже 1, 2, 3, 4 место. Ну и сделаем топ-5. Традиционно, конечно, хотелось бы отдать это место
вот такому вот всем уже знакомому воблерку. Это самба, это уже такая где-то у меня в деле чуть-чуть была, рыбачила. Вот видите, даже тут застежечка осталась, да. И рыбачил. Она из года в год исполняет, уважаемые зрители, чудеса. Из года в год. Вот, не знаю, почему так происходит. Исполняет она просто чудеса. Ну, за нее уже много, я думаю, рассказывать не придется. Особенно вот такая вот самба. Сейчас вот у меня вся эта коробка вся упала, ногу мне все тут поцарапало. И вот цвет этой самбы я вот сейчас не могу найти такой прикольный, вот прям с лету, чтобы вам показать во всей этой куче всего вот этого вот. Но у нее есть, уважаемые зрители, окраска вот тигровая. Вот такими вот полосами, как у тигра. И вот я где видео про Джеффа снимал, там вот у меня есть вставка, линок брал. И вот самая эта самба с тигровой окраской, она почему-то приносила самых трофейных крупных линков. Вот понять не могу, почему так. Ну вот может быть такая случайность, но из года в год вот эта самба с тигровой окраской приносит самых больших крупных линков. И все, хоть ты тресни, блин. Вот такие вот, уважаемые, дела. Вот, еще помню, что если воблер заваливается, для этого есть инструмент. Берете и регулируете, и убираете эту проблему заваливания. То есть поняли, да? Поворачиваете это ушко в противоположную сторону от заваливания. Если он заваливается на этот бок, то мы поворачиваем ушко в противоположную сторону. Вот так вот. Чпок, да? То есть не забывайте. И тогда у вас любой воблер сразу же из бракованного, из плохого может превратиться в воблер огонь. Вот, уважаемые зрители. Ну, вы извините меня, видео получилось как получилось. Со всеми этими падениями коробок. Вот так вот оно получилось. Ну, я дотерпел, видео снял до конца, уважаемые зрители. Давайте. Пишите, бомбите, оставляйте свои комментарии. Приманки разыграются и по России отправятся вам полностью за мой счет. По России. Вот. Ну, уважаемые зрители, на этом я заканчиваю видео. Вот. 3 раза я разыграл призы. Вот. Как и хотели зрители перед самым кануном Нового года. И после мы начнем это все уже, как бы сказать, разыгрывать, смотреть, кто победил, смотреть итоги. И все это буду вам тык-тык-тык-тык-тык-тык отправлять, короче, вот. Вот. Неплохо было бы, если бы еще Снегурочка помогла бы. Вот. Еще раз, уважаемые зрители, всех с наступающим годом. Всего-всего вам самого хорошего и только добра. Всем, кому понравилось, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями. До свидания, до новых встреч. Вот это пипец. Как это сейчас все разбирать? Ё-моё. Сейчас видео даже не успею смонтировать. Сейчас до утра тут только, блядь, разбирать все это.